Хей, hey, с вами Шипки, мы продолжаем проходить игру под названием Ahead in Time. Окей, в прошлой серии мы снялись в фильме про детектива, где произошло убийство на экспрессе. А теперь мы идем. Превосходное фото. Глава 2. Битва крылатых. Акт 3. Превосходное фото. Добро пожаловать на первый день съемок, дорогуша. Мы не должны превратить тебя в крупнейшую кинозвезду, которую знал птичий мир. Ты должна стать дивой. Вот почему я созвал пресс-конференцию здесь, на лунной площадке. Ты должна выступить перед камерой и зарядить публику, дорогуша, заставить их мечтать о твоих фильмах. Когда сведешь их с ума, возвращайся сюда, и мы покажем наш новый реквизит. Все верно, мы раскроем новый реквизит фильма массам. А, то есть все, кто со знаками вопроса, нужно к ним подходить. Call, ты звал, дорогуша? Like похоже, время для продвижения. Все пингвины здесь знают мое имя. Джей Грувс. И могу заверить, эта юная девочка следующая горячая штучка. Гарантирую. Смотрите, как она заберется на эту статую и спасет бедненького щеночка, который застрял наверху. Верно, дорогуша? Только посмотрите, она помогла щеночку спуститься. Он жив и невредим. Как только он сбежал и точно не разберется на сотню кусочков. Это воистину дива способна заметить меня. Да будет всем известно, что эта малышка заботится о животных. Не забудьте вступить в ее фан-клуб. Диджей Грувс удаляется. Инопланетяне. Thank you. Спасибо. Сейчас будем каждый уголок лазить. Короче, это... Ну, плевать. Главное, только мне шандарахнуло. Ищем, ищем. Ты звал, дорогуша? Похоже, время для продвижения. Все пингвины здесь знают мое имя. Диджей Гувс. И могу заверить, эта юная девочка следующая горячая штучка. Посмотрите, насколько хорошо знает улицы эта дива. Она стоит зловеще, али прямо рядом с потенциальными злодеями. Опасность ее второе имя, и она не боится покинуть свою зону комфорта. Не забудьте вступить в ее фан-клуб, Диджей Грувс удаляется. Oh.
Клубочки, клубочки. Так, окей. Где тут еще что-то типа того? Так, что-то вижу. А ну-ка, что у нас в метро? Найс, найс, найс. Very nice. Seems good specials. Welcome, young one. Please make a... Не врезайтесь в стены. Have you come to... Давайте я просто куплю. Пускай будет. Может, там что новенькое будет. Прикольное. Хотя пускай стоит. Please. Bye-bye. Пока-пока. Oh, так, где я видел челика с фотиком? А, вон оно как. То есть даже так я буду сразу подниматься. Аудитория сходит с ума, дорогуша. Иди сюда и покажи наш новый шикершин. Наш новый реквизит. Но я ведь еще не все сделал. Так, где я тут видел? А, вон. Ты звал, дорогуша? Слушай, дорогуша, я обязан это сказать. Ведущий кулинарное шоу имеет ужасную привычку злиться и ругаться в эфире. Постарайся не использовать слово на «к». Ладно, не говори «клев». Проводник такой старомодный. Он постоянно использует это слово когда-нибудь. Оно принесет ему беду. А пока давай сохраним чистоту в наших шоу. Здравствуйте, зрители! Даже самым знаменитым бывает нужно перекусить. И сейчас со мной самое знаменитое из всех. А теперь скажите нам, дорогуша, какой соус ты предпочитаешь на бутерброде с тунцом? Ранч. Так, тунец, ранч. Превосходно! Уверен, секрет ее стройной фигуры кроется и в именно таких бутербродах. Беритесь за... на заметку, дорогие зрители. Не забудьте встретиться в фэн-клуб DJ Grooves. Удаляется. Еще фоточку давай. Типа, зачем тогда столько делать, если... Считай, я уже завершил задание с фотками вот этими всем. You call, darling? Looks like...
Мои пингвины здесь знают мое имя, Диджей Гурвус. И могу заверить, это юная девочка, следующая горячая так это двух. Посмотри, как она побьет этих закаленных игроков карты в их же игре с первой попытки. Эту игру легко понять, дорогуша. Ты просто должна угадать, какое число на карте, которое держит другой игрок от 1 до 10. Как думаешь, какую карту он держит? 3. Ого, фантастика невероятная! Разумеется, ответ 3, зрители, вы только что стали свидетелем ошеломляющей интуиции истинной звезды. Забудьте вступить в фан-клуб, Диджей Грувс удаляется. У тебя хочу, чтобы Диджей Грувс выиграл. Почему? Ну, на самом деле, он, ну, вообще, считай, не выигрывал. Wow, thanks. Так, ну, пойди, все. Превосходное фото. Режиссер Диджей Грувс. В ролях. Диджей Грувс в роли стильного наставника. Маленькая девочка в роли таинственной дивы. Лунные пингвины в роли жаждущей публики. Отзыв уже здесь. Ну, это только 12 минут. Ладно, идем далее. Сейчас, скорее всего, разлом дадут какой-то. Возможно. О, да, новый эпизод открылся. Он мне сейчас не важен. Разлом. Так, обнаружен временной осколок. Битва крылатых. Большой парад. Мчащийся поезд. Ну поехали, большой барат. Большой парад. Так, что от меня зависит? Людишек до хера. Как я понимаю, пол это лава. Чё-то у меня херовое предчувствие. Ну ладно.
Привет, дорогуша. Добро пожаловать в крупнейшую съемочную киноплощадку, которую ты только видел. Мы собираем начать съемку большого парада, фильм, который заставит затаить дыхание аудитории по всему миру. Ты будешь звездой, как и всегда. Для этого фильма нам придется использовать наш специальный реквизит. Он появится в самом конце. Но подожди, дорогуша. Твой наряд сейчас не подходит для парада. Ты можешь пойти вон туда и переодеться. Лидер, в котором так нуждается этот город. Отлично выглядишь, дорогуша. Не переживай, этот фильм довольно простой. Просто продолжай двигаться, и группа последует за тобой. Просто не наткнись на них. И выстрелим интересные штуки. Аудитория обожает хороший парад. И будет бросать тебе угощение, если ты с ними к ним приблизишься. Парад идет долгое время. Ты не сможешь его ускорить. Мы скажем, когда снимем достаточно материала. Не отчаивай. Good luck, darling. Желаю удачи, дорогуша. Get ready. Go. Да и беги, дура! А! Пора поддать жару этому фильму. Дорогуша, ты можешь включить пиротехнику? Ноль проблем. Ай, блин. Я успею за своим сердечком. Мне врезались, найс. Ну не лежи, не ложись. Манат, я понял насчет пиротехники. Меня наеб... Идите в сраку. А!
хоть пиромантия начинается. Надо самое безопасное искать. Этому фильму нужно больше действий. Дорогуша, включи пушки с фейерверками, чтобы устроить больше. В смысле, так... А-а-а, это уже другое. Ох, нихера себе. Это сложно будет. Потом еще выжить. Get ready. Go! Ну что это? Скажите, внут, что это такое? Вот я туда прыгал, почему? Вот я иду в другую сторону, а не в другую. Мне легче вот так просто время тянуть. Просто бегаешь по кругу и все. This moving. А, то есть они уже изначально по мне стреляют? Да. Я прыгал, я нажимал. Сейчас я на здание залезу. Все. Пора выпустить сюрприз. Хватай его, дорогуша. Я понимаю, что я мог бегать бы собирать эти лица, чтобы мне больше дали.
плевать. Если он проиграет, я не виноват. Мне кажется, там отзывы херовые будут очень. Ну это тяжело набрать же хотя бы нормально. Чтоб набрать нормально. На вот эту сраную херню. Бегать в нём. И типа, оно вместо того, чтобы с самого начала начинать, оно начинает типа с где-то с середины, и все, что бонусы я собирал, они не в счет. Буду я открывать эту главу еще. По факту вы поняли. А, еще финал нет. Глава битвы крылатых. Это получается здесь, да, будет? Давай разблокируем все. Питание было восстановлено в локации подвал. Глава Альпийский горизонт теперь доступна. Короче, все, ребятки. На этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.